Есть много мест, где можно наблюдать за победителями. Но лишь одно, где победителем может стать каждый. Ставки на единоборство. 1x-ставка. Introducing to first fighting out of the blue corner. Ему 33 года, рост 175 сантиметров, вес 83,4 килограмма. Профессиональный рекорд 24 победы, 11 поражений при одной ничьей и его стиль ударная техника. Ladies and gentlemen, he 33 years old. He stands 175 centimeters tall, official weight 83.4 kilos. He's a striker with professional record. 24 victories, 11 defeats and 1 draw. Ladies and gentlemen, representing Santa Cruz, Rio Grande do Norte, Brasil. Here is Ciro Pepe Rodriguez. He was a very красному углу. His opponent fighting out of the red corner. Ему 31 год, его рост 177 сантиметров, а вес 84,2 килограмма. Профессиональный рекорд 11 побед, 5 поражений и его стиль борьба. Ladies and gentlemen, he's 31 years old, standing 177 centimeters tall, official weight 84.2 kilos. He's a wrestler with professional record 11 victories and 5 losses. Дамы и господа, из Москвы, Россия, приветствуйте Каджимура Кирабаканфеда! Рефери поединка Максим Протасов. Ох, сейчас будет рубка. Сиро Родригес, Каджимурат Кирамагомедов. Поопытнее будет Сиро, постарше он на 2 года, но... антропометрические показатели на стороне Хиромагомедова. И рвется, конечно, он в бой. Сейчас будет рубка однозначно. Поехали. 3 раунда по 5 минут. С одной стороны, может быть, и прав, Ром, будет рубка. А может быть, будет много тактики, много стратегии, много борьбы, опять же, если это пойдет по такому классическому сценарию Гаджимурата Хиромагомедова. Сейчас он поддавливает, начинает работать первым номером. Как всегда, быстро он в начале. И у нас опять бойцы в разных стойках. Правосторонний, комфортный для левши у Сиро Родригеса. Да, посмотрим, насколько он сможет использовать эту стойку, работая мидл-киком в печень. Пока фронт-кик. Попытки в лицо попасть. Все пропускает Хиромагомедов. Ничего не попадает по нему. Да, и также могли вы заметить, что в углу Гаджимурата Хиромагомедова находится брат Магомеда Исмаилова. Да, Рамазан Исмаилов всегда оттачивает именно ударную технику. Очень хороший бокс. И вот тот самый мидл-кик, который просился, но там щит поставил Хиро. Как заправский тайский боксер сейчас работает. И стойка, кстати, на самом деле очень похожа. Здорово. Плотное попадание уже от Хиромагомедова. Обменялись любезностями. Ищет свой лоу-кик Сиро Родригес. Да, и пока как будто бы тотально готов ко всему тому, что происходит. Хиро никуда не спешит и ищет свою возможность. Каджимурат пытается быть легким на ногах. И вот с этой легкостью как раз стремится ворваться все-таки на свою среднюю дистанцию. Да, я... ух ты, неплохо. Там сдваивал прямой и левый боковой. Обрати внимание, никакой борьбы пока нет. Здорово работает левой рукой. Прям фехтует Хиромагомедов ей. Причем там и джебы, и боковые. А вот справа еще ни разу толком не выстрелил. Схватил сейчас воздух. Но где же атака? Сиро готов встречать. Еще попытка хайкика. Все улетает. Сайдкик. Очень хорошо. Гроссмейстерски просто работает Хиро. Ну, конечно, абсолютно нового сейчас Хиромагомедова мы видим, как мне кажется. Посмотрим, посмотрим. Но действительно, сайд-кики получаются очень плотные, с вложением. И какая вертушка от Хиромагомедова. Но не стал взвинчивать темп. Небольшую паузу берет. Покраснение на внутренней стороне бедра у Хиромагомедова. И это, видимо, пропущенные лоу-кики от Сиро. И еще один удар с вложением. Да, Родригес бьет немного ногами, но если бьет, то делает это прям максимально агрессивно и стремительно. Качает корпусом Гаджимурат.
Две минуты до конца первого раунда. По давлению неплохо у Хирмагомедова. Пошел вперед. И вот та самая борьба, которую ждали, и она случилась. Да, докрутил. В итоге все-таки дальнюю ногу зацепил и совершил первый тейкдаун в этом поединке. Ну, подвигался в стойке Хирмагомедов. Понял, что можно, что нельзя. И, судя по всему, из этого как раз сделал вывод, что ну давай попробуем побороться здесь. Проанализируем, как будет двигаться поединок. Да, при этом нельзя сказать, что Сир Родригес работал как-то слишком осторожно. Нет, он старался работать разнообразно, креативно. Но при этом мало что далеко доходило до цели. В отличие от боя Хирмагомедова с Альбертом Туменовым, который на руках разбирал на средней дистанции очень четко, методично. Здесь такого бокса, конечно, у Родригеса нет. Но и борьбы такой нет. Да, здесь пока ничего не происходит, не может подняться из этого положения Сиро. Правильно все делал, там отжимал голову Хирмагомедов, но пока не очень успешно, нет сильных акцентированных попаданий. Да, и все идет к тому, что мы видим еще один такой классический раунд в исполнении Хирмагомедова. Как ты считаешь, пойдет ли он сразу в борьбу, начиная со второго раунда? Это зависит от установки Рамазана Исмаилова в первую очередь. Но по давлению и по ударам ногами Хирмагомедов выглядел отлично. Здесь локоть на коротке, поэтому думаю, что не сразу. Попытка прихватить голову неудачно. Еще одна попытка локтя. Последнее мгновение, и кажется, здесь сверху уверенный 10-9 в пользу Гаджимурада. Ждем следующий раунд. Алексей Яценко, Руслан Хамзаев, а также Олег Борисов там попал в кадр. Внушительный процент побед решения у Хирмагомедова, наверное, никого не удивит ни в коем случае. Дальше. Родригес начинает подходить, пытается опять пробить внутренний лоу, у него это не получается. Твердо стоит на ногах, очень мало двигается. И вот здесь схлестнулись, но не очень опасно. Да, там так вложился амплитудно в лоу-кик Хирмагомедов, что застрял на дистанции, и могло все закончиться для него очень печально. Пытается разомкнуть захват Сири Родригес. Цепляется еще Хирмагомедов. Вновь колено. Еще одно. Я думаю, что еще парочку точно прилетит. Здорово. Хорошо, Хаджимурад, в боку! Пускай стоит! Давление делает! Пускай стоит, вот
так. Дави, дави, Хаджимурат. Да, и не размыкает захват. Хорошо держит. Заставляет все-таки пасть на одно колено, но нет. Поднялся Сиро. Боку! Еще раз боку! Как гласит известное выражение, любим валять дурака. Выбираем дурака и валяем его всей командой. Вот сейчас Хирамагомедов выбрал свою жертву и не расцепляет этот захват. Вот сейчас только, наверное, может быть, улучшит свое положение, восседая в фулл-маунте или в боковом контроле. О, зато локти вполне. Да, вот сейчас очень тревожные будут. Вторая половина раунда, вернее. Слышу, как доволен Рамазан Исмаилов, говоря, вот оно, одобряя каждое позитивное действие от Гаджимурада. Пытается оттолкнуться здесь и развернуться Сиро, но там, ой, хорошо, сверху плитой просто возлегает Гаджимурад. Здесь бы разомкнуть этот захват или вывернуться из него, получить преимущество амплитудное и начать работать. Пока просто по корпусу. Вот здесь попытка пересесть как раз в ручной треугольник. Нет. Жестко. Слышим и глухие удары. Это прилетает с левой руки от Гаджимурада. Ну и вот это, собственно говоря, уже какое-никакое преимущество, которого добился Гаджимурад Хирамагомедов. Tudo que a gente tá te falando. Agora tu vai pra matar esse maluco. Não tem mais o que fazer. Agora você vai. Итак, третий заключительный раунд. Сиро Родригес против Гаджимурада Хирамагомедова. Смотрим, будет ли прибегать к борьбе боец из красного угла в самом начале.
как правило, обильно работали ногами, в первую очередь бойцы. Я думаю, что все здесь будет подчинено, опять же, решению, да, поиску вот такой возможности. Колени какие! И амплитудно как переводит Хирамагомедов. Ну, просто невероятный комбайн перемалывающий. Ну, машина во всех смыслах. Просто берет и делает свое. Что бы там ни думал Серый Родригес, сразу же руку отключает, на правый стоит, не переносит на живот. И да, есть здесь небольшая брешь в обороне, куда можно вбивать локти или вот так. Пытается еще до конца отключить левую руку Сиру для того, чтобы поработать своей левой по голове, либо локтями, либо кулаком. Вот здесь с короткого расстояния еще локоть. Еще один локоть. Открывает корпус периодически слева. Сиру Родригес, и туда как раз работает Гаджимурат. Абсолютный прагматизм от Хирамагомедова, а там было коленом, но на грани фола, так скажем. Да, движение было в сторону корпуса, не головы. Пытается встать бразилец. И встает. Это безусловный шанс, но он разбивается буквально об этот перевод. Очередной перевод. Наверное, уже можно их даже не считать. А ведь посек все-таки Родригеса Хирамагомедов. Возникло там рассечение. Есть рассечение. Работаем, не разговариваем. Да, что-то сказал Хирамагомедов, не расслышали мы. И еще один локоть. Жестко. Да, плотно работает Хирамагомедов и попусту удары не выбрасывает, выцеливает. А понятно, здесь хорошо попадает скользь, и там уже очень много крови. 6-0 по тейкдаунам. И еще один локоть. Ну что, приближается к финишу Гаджимурат Хирамагомедов или нет? Увеличивает темп. Начинает забивать соперник, и Максим Бразов готов уже остановить эту встречу. Смотрим! Несколько секунд. Все! Есть досрочное завершение. Браво, Гаджимурат Хирамагомедов. Да, долго не получалось. И все-таки есть этот финиш у Гаджимурата Хирамагомедова. Теперь можно выдохнуть. Принимает поздравления Гаджимурат Хирамагомедов. Дамы и господа, время остановки боя 2 минуты и 43 секунды третьего раунда. Ladies and gentlemen, we have a time. 2 minutes and 43 seconds of round number 3. Техническим нокаутом. Добивание. Победу одержал. And the winner by technical knockout. Punches. Гаджимурат Хирамагомедов. Срочная победа Гаджимурата Хирамагомедова. Наше поздравление. Дайте шума Хирамагомедову! Рядом здесь Абдулрашид Садулаев, но чуть позже. Поздравляю тебя с победой. Яркое досрочное завершение. Ты очень методично шел по этому поединку. Какие эмоции? Эмоции позитивные. Зашкаливаю. Пока устал. Попозже, наверное, еще больше ощущу эти эмоции. Расскажи, пожалуйста, доволен ты своим выступлением и какие дальнейшие планы? Алхамдулилля, да. Доволен всеми выступлениями своими. Алхамдулилля. Все хорошо.
Расскажи, кто тебе интересен из следующих твоих оппонентов, потому что яркое досрочное завершение. Я ни одного соперника здесь себе не выбирал. И не говорил, чтобы кого-то мне дали. Мне кого лига дают, с теми и дерусь. Я не выбираю себе никого. У меня был момент, когда я хотел, я ждал. Теперь я уже устал, перешел на другой вес. Как лига решит, так и будет. Салам алейкум всем. Кто за меня болел, переживал. Всем достойным. Салам алейкум. Моим братьям. Вот они, которые у меня со мной и душой, и духовно. Всем, как кто чем может, тем и помог. Вот моя братва Хаджи Мурат, Амирлан, Мухаммад, Рашид, Султан, Рамазан, Хаджудин, это сын. Всех патриот, ассаламу алейкум. Ваши аплодисменты, Хаджи Мурат, Кира Магомедов. Да, общее фото.